Warner Brothers представляет веселые мелодии. Я люблю музыку гор. Музыка Фрэнк Марсалис. Журналы. Вестерн. Подъем, ребята! Эту музыку люблю. Пам-пам-пам. Скрипка так весело звучит в горах. Они смеялись, когда я собрался играть. Задавайте ритм сейчас и скорей пускайтесь в пляс. Песню поет веселый хор в горах. Музыкальная газета «Новости» и «Сплетни радио». Смотри, Джонни, она не настоящая. Газета «Оклахома». Звучит ее мотив под звук веселой скрипки. И не сдержать на лицах радостной улыбки. Новости бизнеса. Октябрь 1929 год. Не продается. Да, приятель, все, что я знаю из газет. Все лучшие дети. Май 1933. Журнал «Танцы». Май 1933. Национальная география. Морской круиз. 20 дней на Гавайях. Пора пришла нам спеть куплет один. Он посвящен прекрасной Аналин. И если, друг, случилась вдруг с тобой беда, пришла пора пропеть куплет один об Аналин. Журнал путешествий. Май 1933. 20 центов. Журнал «Чудеса колледжа». Май. 25 центов. Пропой со мной один мотив веселый. Давайте вместе. Музыка играет. Хор наш запевает. Огорчение большого шефа. Криминальные истории. 20 центов. За мной, ребята. Детектив. Май 1933. 15 центов. Жидкость для зажигалок. Сигары. Thank you.
они приступили к делу, но им его не закончить. Внимание всем постам! Нужно подкрепление. Радиожурнал, газета полиции. Вперед! За ними! Точилка для карандашей. Сценарий. Май 33-й год, 20 центов. Большой киномонстр. Вот и все, ребята!